Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я покажу вам самый простой способ, как запечь форель в духовке. Приготовить сочные ароматные стейки. Красная рыба, приготовленная таким способом, получается не сухая, а нежная и очень вкусная. Шикарный ужин для всей семьи. Подавать к столу такие стейки можно с любым гарниром, а также салатом из овощей. Вначале нарежем стейки из форели. Стейки нарезаем толщиной 2-3 см. Затем тщательно вымоем и обсушим бумажным полотенцем. Подготовим все ингредиенты. Стейки форели, черный перец, лимон, соль и шафран. Для приготовления маринада из половины лимона выжимаем сок. Добавляем соль. Щепотку шафрана. Он придаст рыбе красивый золотистый цвет и изысканный вкус и аромат. Добавляем молотый черный перец. В приготовленном маринаде обмакиваем стейки. Накрываем миску пленкой или крышкой и оставляем рыбу промариноваться около часа. Затем рыбу выкладываем на смазанный маслом противень и ставим в разогретую до 220 градусов духовку примерно на 30 минут. Именно запекание в духовке позволяет сохранить в рыбе наибольшее количество полезных веществ. Вот такие очень вкусные, нежные, сочные стейки форели получились. Просто шикарный вкус и аромат. Попробуйте приготовить. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями и оставляйте комментарии. С вами была Светлана и канал Вкусняшка. До новых встреч!